Ремонты сетей холодного водоснабжения и скважин, прочистка канализации. Директор Первоуральского водоканала Артур Гузаиров продолжает ежедневные отчеты о проделанной специалистами работе. За сегодняшний день работниками водоканала были проведены работы по ремонту сетей холодного водоснабжения по следующим адресам. Комсомольская 9А, это дом ребенка, был переморожен водопровод. Отогрели, холодное водоснабжение восстановлено. По улице 1 мая 1 тоже перемерз временный водовод холодного водоснабжения. В настоящее водоснабжение восстановлено, водовод разморожен. Также сегодня были проведены работы по прочистке квартальной хвостфекальной канализации в районе домов номер 54, 56, 58, 60 в районе улицы Трубников. В результате прочистки были изъяты такие вещи, как детские игрушки, различный непотребный мусор. Также промывки были проведены по улице Береговой в районе дома 58. Работы проведены, канализация в работе. В результате обращения жителей на низкое давление домов по улице Кутузова 41, 43, 45 было проведено обследование скважин в районе улицы Стахова. В результате обследования установлено, что вышел из строя насос, были приняты меры по его замене, работы проведены, холодное водоснабжение восстановлено. Аналогично проблема возникла в поселке Хрустальный, где на скважине вышел насос из строя. Насосное оборудование было заменено, холодное водоснабжение восстановлено.